В зале заседаний попечительского совета Казанского федерального состоялось совещание по вопросам развития системы общественного наблюдения за ходом проведения ГИА в 2017 году. На встрече принял участие министр образования и науки Республики Татарстан. Республика сохраняется достаточно обширная сеть образовательных организаций. Это 2057 дошкольных образовательных организаций, 1500 школ, в том числе 880 средних, и 100 профессионально-образовательных организаций, 29 вузов и 32 филиала вузов. В Республике Татарстан большое внимание уделяется развитию образования, отметил министр, не только на федеральном, но и на региональном уровне. В 2016 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки решила расширить практику привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей. И Казанский федеральный не стал исключением. На совещании выступил первый проректор Казанского университета Рияз Минзарипов. Он отметил, что университет вносит и свой вклад в организацию общественного наблюдения при проведении экзамена. Наш университет принимает очень активное участие. Мы тесно работаем вместе с Министерством образования и науки Республики Татарстан. Наши студенты очень активно участвуют в качестве общественного наблюдателя на государственных итоговых испытаниях. На встрече также обсудили опыт мониторинга ГИА в период с 2014 года по 2016 и стратегические задачи по осуществлению общественного наблюдения в 2017 году. Строгий порядок на пунктах проведения ГИА в виде системы слежения общественных наблюдателей позволит обеспечить честную сдачу экзамена. Анна Глазунова, Руслан Уразаев, Универньюз.